Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в невероятно теплой и солнечной Москве для 23 сентября. Матч 11-го тура Мелбет первой лиги, в котором московская родина, продолжающая домашние матчи проводить то здесь, то в Черкизове, примет ярославский «Шинник». Михаил Гащенко в первый удар по мячу произведет. Он сегодня в стартовом составе, что бывало крайне редко после его переезда из Хабаровска в Ярославль. Таким образом, в резерве у гостей остались Александр Ставпец. Итоге чуть назад передача на Георгия Юденцева. Снова навес, снова диагональ, снова... Ох, гол! Гол! Асимир Гордюшенко не будет это праздновать, поскольку положение вне игры. Да и мы с тобой немножко зря надорвали голоса. И видно, что какое-то время действительно Шинник потратил на адаптацию, сейчас опасность спала. Вот это хорошая передача. А тут нету положения вне игры. Андреев, удар, 1-0! Что там по поводу, как принято говорить, закона бывших? 1-0 Шинник! Вот повтор смотрим, классическая. Тут даже не на третьего, а по сути прошла проникающая передача. Андреев за счет скорости, за счет мощи вышел под углом на ударную позицию и в ближний уголочек низом. Это уже Андреев, который помогает обороне при стандартах. Наваливается родина. Астемир Гордюшенко смещается в центр. Удар Довбня со второй попытки с кулака. Вперед мяч выносит, и, честно говоря, последние секунды не намекали нам на абсолютное спокойствие Шинника при ведении обороны. Это было очень-очень нервно. Здорово из ворот на сей раз вышел городовой, учитывая, что еще одна была передача в разрез на открывшегося между защитниками Андреева, но фора была по дистанции. А вот для Туричева момент. Вот момент Туричева. Это 1-1 выход. Туричев удар, и мимо ворот проходит. Довбня пока очень хороший. Эту дуэль у Турищева выиграл. Первый очень серьезный провал в обороне у Шинника за 36 минут. Точка более удобная для левши. Шадринцев! Городовой! Airlines! Как пролетел! Бакаев, Гордюшенко. Бакаев дальше обыгрывается со Стемиром. И подача уже фирменная от Юденцева. Очень высокая, затяжная. В очень неудобная для Тимошенко. Да, для Тимошенко очень неудобно. Это подача была, но вот такой удар и гол! Это гол! 1-1! Точно 1-1? Эта пауза связана с тем, что мы смотрим на арбитра, да, и на одного, и на другого, и на третьего. Это точно 1-1. И эта родина сравнивает счет и абсолютно прекрасным ударом. Ну кто? Астемир Гордюшенко! Старушка Фортуна тоже должна участвовать в эпизоде. Примерно это имел в виду Макс, когда говорил о том, что прижиматься нельзя. Ничего себе, класс назад, перехват, Соколов у ворот, прострел, забивать надо, гол! Шинник забивает второй! Колоссальный второй провал родины в обороне! Перед тем, как забил Шинник, планировалась замена в составе этой команды. И, по всей видимости, даже мяч второй эту замену не отменит. Вместо Михаила Гащенкова сейчас на поле появится Данила Сухомлинов. Угловой в исполнении Шинника очень плотно набивается вратарская площадь городового. Подача, городовое добивание, внимание, что там, рука! Пенальти! 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 Да. Ну, руку и с моей позиции было видно абсолютно отчетливо. 3-1! Здесь без шансов. 3-1. Ну, принято, да, в таких случаях говорить. Развел мяч голкипера по разным углам. Ну, просто очень хорошо, плотно и точно в левый нижний угол пробил футболист Шинник. 3-1. Во время работы с юношеской сборной России тогда на том победном Евро. Прострел. Внимание! Сухомлинов! Удар! Данила Сухомлинов! Безумие. Это один из самых красивых голов тура, безусловно. Я думаю, что в топ и вообще по всему сезону он войдет. Молодой Сухомлинов просто фантастически по красоте гол отправляет в ворота родины. С победой, Шинник! Большое спасибо родине за игру. Удачи в грядущих футбольных баталиях. Мы командам желаем не случаться 1 октября Шинник Тюмень в 16:00 2 октября родина КамАЗ.